Так, здорово всем, ребят, сейчас что-то камеру включал, вебку отключал. Ждем начала в Арди Викли, сейчас я перекусываю, ребят, скоро буду с вами, ждем. Так, все, я здесь, ребят. Давайте еще посмотрим, что нас ждет. Не знаю, окончательная ли там сетка или нет.
общем, так. Наверное, уже окончательно. В общем, из действительно хороших игроков корейских мы видим таких, как Гумиху сразу сверху, Кин, Билуи, тут есть Силайф, есть Линок, Блайчик тут есть. За Блаем-то следить, пока он есть в сетке, соответственно. Ну, сетка небольшая, значит, недолгий будет турнир. Может быть, я еще и ребенка успею забрать пораньше из садика. Вот. Будем надеяться, что так и будет. Так, не, Варди говорит, что сетка еще не окончательная пока что, насколько я понимаю. Блая что-то не вижу. Вот сейчас вообще Блая задвинули. Сейчас, когда Варди скажет, что сетка все окончательно, посмотрим. Пока что... Она есть у вас, на самом деле, я могу ее скинуть. Кстати, твич-то надо поднять бы. А он идет. Да, твич есть. Показывает, что онлайн, а трансляции почему-то нет, странно. Прямо это. А на СК2 ТВ идет, все в порядке. Значит, это здесь я косячу. Вещи идет, сейчас добавлю на Team Liquid его пока что. Так, все, на Твиче, точнее на Team Liquid все поменял, все, сетка. Сетка окончательная, давайте я ее вам покажу в итоге-то. Блая не видно, Блая, о, что-то не стал играть, Гумичку, да, Гумич здесь ждет, он, ну, бил ее, так, Лайф, Пингвин Феникс. На, вот прорываться, куда, я даже не знаю. Кину, может быть. Хона Мона, кто такой Хона Мона, я хрен знает, но можно посмотреть. Да, что-то людей сегодня крайне мало, но в этом есть плюс, что я, может, ребенка успею встретить. Вот.
Ну, давно просто Варди на корейском сервере не проводил турниры, видимо, просто, ну, многие не в курсе, корейцы, для них же это время не очень удобное, вот так вот 2 часа дня по нашему времени, это вечер у них уже, сколько у них уже, если 19.00, это 13.00, 20.00 по их времени. Так, прыгну в игру. Так, какой-то Хона Мона вообще мертвая лига. Чувствую, я сейчас посмотрю какой-то рейп сам. Хона Мона Байкин Цун. Вот, и ничего здесь интересного не будет. Но это первый тур, дальше-то там есть кэши. То есть и Гуми, Хуикин, и Билл, и там и Пингвин, и Лайф, и Линок, как бы. То есть матчи интересные должны чуть позже быть. Но они очень скоро будут, потому что тут первый тур пройти и все. Так, ну что, сейчас сниму тапки, ребят. Вчера, точнее, вчера, позавчера упал с велосипеда на колено левое, хорошо, но здоровое. Вчера думал уже в травмпункт ехать, потому что, ну, опухла жидкость там, вот эта, синовит межсуставная точно там была. Ну, все вроде троксилозином помазал, и сегодня уже более-менее, ну, лучше как бы болит, конечно, но меньше значительно, чему я очень рад. Вот. К чему я это говорю, что просто мне неудобно бывает сидеть, как-то ногу поставить, чтобы коленом не тыкать стол там снизу. Вот. Ох, хорош. Минуснул синий тиран. Хона Мона рабочего кинул. Вот. Ну, кин минуснул разведчика, а здесь... Три барака рипера прям с мейна, но как-то бредово с мейна-то прям делать, надо было прокси делать. Это как в стиле Ютермала бил такой, но он обычно вот здесь, например, пилил там, ну или чуть дальше где-нибудь бараки. Ну можно здесь в конце концов или, ну, в каком-то более неожиданном на самом деле. Пацаны, если, короче... Не идет стрим, это из-за отблока, на самом деле, как бы, вчера об этом я спрашивал, Ледокол Лыч сказал об этом. Говорят, там в отблоке что-то добавили, фильтры, там, весь HLS. Это... Или как-то так, короче, хреново там все что-то. Так, ну что же, первый рипер потерян сразу. Да, конечно, синий тиран потерял первого рипера, вот вы это видели, вот здесь этот эпизод. Он, конечно, по 3 строит, здесь-то уже гелик первый готов, то есть, ну, шанса на успех еще меньше. Так что, у кого что-то не идет, отключайте отлук. Ну, рекламу я не больше, чем раз в полчаса пилю обычно, поэтому... нормально. Другое дело, что она, ну, я ее пилю раз в полчаса, плюс она сама иногда прорываться может. Я не знаю, как на каком принципе там все работает. Помимо прирола еще что-то там бывает, какие-то там эти. Так. Вроде синий тиран играет в масс риперов, а Кин его просто унижает на мейне двумя риперами, как бы, и геликом. То есть потери
4 рипера у Кина 0 вообще потеряны. Это как объяснить? Смотрите, еще одного забрал. Вот что уровень игры значит. Только подумайте, ребят, ну дичь какая-то вообще. Ну, сейчас наконец-то отобьется. Не, еще пока до сих пор ни рипера не забрал. Что творится, Кин? Ты что творишь? Тут первый погиб вообще. 8 риферов, блин, 6. Уничтожил уже. Да, прикол, нормально. 38-26, но очевидно было, что игроки не очень равные, как бы, да, но я не думал, что прям так жестко все. Это перебор. Анды.врн поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает: скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся. С. Владимир Ильич Ленин. Спасибо, Энди ВРН. Да, слушай, прошаренные ребята они были. Ну все, тут конец, ребят. Или как Сталин про идею говорил, что идея. Ты не можешь формулировать цель, вокруг которой свою волю должен сконцентрировать. Так, а Варди что стримит? Пока что-то другое Варди стримит. Так. Мы Кина подождем. Или там сдался чел, все. Ну все, вторую, ладно, здесь раз начали, это посмотрим. Спасибо, короче, Энди, тебе большое за поддержку. Спасибо всем, ребят, кто поддерживает. Не та карта, походу, была. Вообще золотой пацан растерялся, согласен с тобой. Конечно, растеряешься, когда тебя так уродуют просто, что называется. Так, секундочку. Так, извиняюсь, ребят, завтра на свадьбу гоню по этому, к другу своему, поэтому тут... Поэтому, как бы, звонят мне там, узнают, что к чему. Информацию... О, Кин решил пофаниться, ребят. Смотрите, барак прям на мейн залетает. Кин идет в разведку. Ну, закрывай же ты, дурик, счетчик ты, ё-моё.
Реактор прям на мейне барак делает. То есть, по ходу дела, сейчас факта перелетит сюда, вот на этот реактор, и из нее попрут какие-нибудь циклоны, например, прям на мейне. Это было бы очень интересно, конечно, все увидеть, но будет ли Кин проверять прокси у себя дома, я не знаю. Сделают на рампу. Старгейт Кин делает стенку полную, сделал. Не хочет проверять. Вот что значит опыта нет игры за прокси. О, барак меняется местами с фактой. Может, конечно, будет у нас какой-нибудь минки какие-нибудь, но я думаю, что нет. Скорее всего, 20 клон. Да, посмотрите. Блин, такой, ну... Без обид, ребята, всем зрителям. Ну, даже бичок золотой с корейского сервера и то какую-то хитрожопую придумывает тему. Вот что значит корейский сервер. Сейчас циклоны выйдут, и на самом деле можно сразу прям под уверчаж подходить, как бы вот этот пилон убивать, все нормально, здоровый люк вообще. Это просто первый раунд, ну, есть уже сетка, ребят, есть уже сетка, и, точнее, есть сетка в описании, можете смотреть ее, как бы. Давай, пилон. Ставит кину уверчаж, ну, нет, дружок, это бесшансовая раскладушка. Мазеркор забирает еще кин. Кинул. Да, упал Мазеркур, смотрите, Марики тоже падают. Неужели так пробьет прям вот сразу вот так вот возьмет? И пробьет циклон, надо отводить. Минку надо вкопать срочным образом. Еще один циклон уезжает. Минка делает бабах по адепту. Один адепт сразу же ликвидирован. Два циклона. Слушайте, неужели кинул берет так? Понятно, что кинпроц. Кого ты бьешь, оракула, тайма. Кого ты старгейт-то бьешь, бей пилон. Балби. Ну, Балби оказался. Че вот этот? Какая реакция медленная. Ну, чуть получше посполнял, мог бы убить на самом деле. Сталкера надо пухать. Говорит, ты не шаришь. Ай, ушел, чудом ушел, Ихтиандр. Минус Араку. Смотрите, как Блин. Разводной просто какой-то тиран-то попался. Три циклона. Я боюсь, что тут кину. Все равно не отбиться будет уже сейчас. При вот этом раскладе минка еще ближе подкопалась. Ну, либо Мазеркор надо захватить, либо сталкеров захватить, что-то надо делать. Какой хлопок минус Мазеркор сейчас был только что сделан. Боевого лимит тирана больше намного сейчас. Опять отступает. Надо сейчас еще один циклончик. Вы четыре циклона, это жесть какая-то. Сталкер, конечно, под танковкой рабочих здесь пытаются разобраться. Ну и Кин все-таки чудом каким-то все здесь разобрал. Да потому что сталкеров укусить надо. Что ты делаешь вообще, жесть? Вот тебе и золото, ребят. Бах, еще минус рабочий. Минка вкопал. Реактора больше нет, но по одному циклону они ничего убивать не смогут. Сейчас еще один циклончик выйдет. Два сталкера не способны циклону разобрать. Вот в чем прикол, ребят. Поливает просто как из ведра. Называется. Еще две пробки и минус. 6 рабочих, 12-28. Так все, здесь не выиграть уже. Как тут выиграешь-то? Сейчас еще циклон при этом всем выйдет. А ведь обнаружить минку было нечем вообще. Куда ты минку-то повел? Нахрен вообще, как в минеральной линии было. А, потомки отвел. Хорош, еще пробки и минус. Фокус рабочих идет. Одна пробка осталась. Одна. Нет, двумя сталкерами не победить. Вынужден Кин потомку ближе заказать вообще.
Золото, золото, блин, я был просто, беру свои слова назад, я был абсолютно неправ. Первый матч оказался вообще, может быть, самый веселый из этого турнира, но я надеюсь, что нет, да нет, конечно же, дальше будет интересней. Ну, это просто прикол, конечно. Здесь фугас делается, нахер тебе фугас, это сделай стимум и пойди убей вообще. Допонтовался Кин, сейчас типа процессом развалю. Никого не развалил в итоге. От фотонки Минка опять ушла тут в дальнее направление. Как бы, ну вот сюда, да, она везде будет. Хоть фотонка, может, здесь вот, например, не будет доставать, но вижен-то у нее дальше, чем дальность атаки, поэтому. Не, ну с одной пробки развиться в это жесть. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: прив, поми, точка, на СКТВ забанили. Да, здорово, да худже. Здорово, Ромжик. Здорово всем. Или Ромжик вчера писал, я чуть не помню, вчера я вам писал. Мне сказал, ати забанили, это как вообще? Саундсберг, здорово. Локдаун, ты имеешь в виду стазисная ловушка или какой локдаун? В первом Старкрафте там все вообще везде убивает. А что-то я во втором локдауна не припомню, если честно. Вот. Поэтому... Вангу и Кин сейчас с тираном будет опять. Вот вам билд на заметку, да, просто? Двойное прокси. То есть улетаете сначала... Бараком строите реактор, а потом снизу факто еще на этот реактор, прям на мейн вообще. Спасибо, пацаны, за поддержку всем. Прикиньте, какой вот теоретически, да, конечно же, нигде не будет ничего такого. Если бы вы могли, ну, если бы где-нибудь делали ставки, например, на такой матч, то есть какова вероятность, что золото выиграет корейца ГМЛ-ного, не просто ГМЛ-ного, а как бы бьющегося наравне с корейскими топами. Ну как, на самом деле сейчас Кин уровень упал, но все равно корейский не самый топ, но близко к топу. Да, это что за рабочий раш? Ха-ха, прикол. Такие шаблоны ездят здесь, хуна-мона. Кин все-таки решил, не, я тебя бичару протосом нагну. Это было слишком, короче, больно для Кина. Дома барак и два прокси барак, что ли? Да. Три таких рабочих. По-моему, Кин даже видел, как они рядом ездили. Должен был видеть. Проверяет мейн? Не, ни хрена вообще. Раз уменять по ходу турнира, ну найди мне хотя бы в одном турнире в правилах, что нельзя. Тогда да. В первом Старкрафте было когда-то там, что на корейских турнирах такой момент, что фига он тут Mind Games вообще идет конкретно. Было, что Палилкин прокси все-таки. Было, что типа, ну, менять можно, но надо заранее извещать, типа, о том, какая будет, как бы. Вот именно перед самым, когда идет отсчет уже там, пик, как бы, да, там, таймер идет, то тогда в этот момент нельзя менять уже, как бы. Противник атакует зонды. Зонды атакованы. Thank you.
Аделаамом. Да свершится правосудие. Так, ну тут что-то не удалось совсем, конечно, у него. Эта игра. Три Марика потеряно. Дина потерь нет пока. Три барака будет. А, и Старгейт у него еще есть. Тут адепт приходит к СМ-ке, за ним вообще здорово Мазила. Почему Кин запрос сыграет? Потому что это за, ну, из Золотой Лиги вот этот чел, как бы корейская его сервера и... Мукин решил пофаниться, размяться просто. Ну, сейчас что Кин делает, мне вообще непонятно. Нахрена ему пилоны, здесь стазисные ловушки какие-то. Если можно Оракула демеджем было бы убивать, например. Хорош, смотри, заблочило все наглухо. Прикольно, ловушка сработала, был я не прав. Просто всех КСМ заблочила, заморозила. Здесь адепт добивает добычу, то есть ее не осталось. Пошел фил. Куверчаш ставит. Ставит куверчаш. Здесь рано убивал даже что-то там. КСМ каких-то убивал. Слишком силен уверчаш. Марики попорезит. Вы видите, что это ГГ-нчик все-таки идет ГГ. Танцевал тут мариками чуть-чуть на рампе у Кина. Веселый парень оказался. Здорово всем, пацаны. СК2Т Good Game и Twitch тоже врублен. Все везде работает. Сегодня стрим из игры. Так, Гумиху против Мокли какого-то будет. Я не знаю, кто это такой. Как там Билу, интересно. Поживает. Блин, это тоже золото. Но ё-моё, неужели Гумиху против золота смотреть? Линок с пингвином. Я предлагаю подождать. Тут есть пара Билу и Лайт Вип. Какой-то, я не знаю, кто такой Билу и Лайт Вип. Вот у меня, конечно, Варди в той игре, и сейчас Кингвин против Биллу будет, скорее. То есть это нормальная пара будет. Полуфинал уж точно нормальная будет, как бы. Но вот здесь единственный чей-то финал, где Корея, скорее всего, нормальная будет. Вот именно вот этот матч следующий, поэтому я предлагаю не спешить ломиться, смотреть, как очередное золото пробревает Гумич, а подождать, ну, нормальной пары. Вот такие вот дела. Так. Thank you.
Так, ну что же. Кин против Билови у нас тут. Будет. Так, Варди не знает, почему так народа мало. Вот. Короче, ребят. Поехали. Почему Варди говорит, что может потому, что на Корее, типа, давно не проводил турниры, но с другой стороны, корейцы на американских серверах постоянно играют. То есть, очень странная, как бы. Вот смотря на ту же Алима Лигу, где призовой фонд-то там не намного больше, как бы, там просто все топовые, ну, не все, но просто там дичь состава, как бы, у Бестрейти. И здесь же почему-то, ну, корейцы пропали. Вот сейчас дайте-ка, ребят. Было вам понятно, кто это есть. Это Билови, ребята, Протс вот этот. А это Ким, который я проиграл сейчас одну карту золотому игроку. Чел был очень рад, тоже хотел посмотреть. Вот. Но у него будет реплей, на самом деле. Для золота выиграть, ну, там, Кина, это вообще жесть. Ну, не своей расой, как бы, Кин играл, но тем не менее, в принципе, я думаю, на той же Европе за процессов он в ГМЛ изи бы вышел бы, как бы. Ну, как изи, потребовалось бы время бы, как бы, но вышел бы стопудово, я уверен в этом. Так, три рабочих газ добывают. Так, бустится адептик. Ну, Пелонгейт, Гасник с кибернетчикой, глубоководный риф у нас карта. Стандартный прот, стандартный и тиран, в свою очередь. То есть
Газбарак, Рипер, ЦЦХ, Куравир. Куравир поддержал ваш канал на 117 рублей. Спасибо, Куравир, спасибо, пацаны, всем за поддержок. Крутейший. Покрошил Рипер пробку. Одну. Белый адептом такой вниз пришел. Мелин, ну, чуть-чуть не дошел до Рипера, ведь сейчас можно было, если прям туда шел, можно даже с удара бы убил, потому что по легким-то 22 бьет, там, то есть там как раз столько хп примерно и было. Так, один на второй базе, один на мейне, адепт ждет врыва. Старгейта, кстати, не видел кин, не очень-то хорошо. Ну тут подстраивает геликов. Два есть и еще сколько? Еще два. Еще минки. То есть Рипер два гелика. Сейчас, возможно, в рыбу будет. Он будет уже минок дроп происходить. Видимо. Командный центр. Вот он урыв попер, ребят. В этот раз значительно более успешный. 8 пробок умудрился подрезать. Точнее, Рипер до этого одну убивал. 7 пробок подрезал Рипером двумя геликами кина. Это очень хороший результат. Чуть даже Виллу так затрепал, что у него даже пробки тут стоят. Вообще не добывает. Он этого не видит тупо. В это время еще две минки летит, которых вообще нечем встретить. Уже Шмазеркора до сих пор нету, кстати говоря, у Виллу. Минка залетает, раз копается. Это минус пробка будет. Конечно, среагировал Биллови, но... Оп, какой развод четкий. В итоге ни ревелейшн, ни демеджа. Иди... Иди домой, дед, как говорится. Вообще жесть какая-то. Надо залетать заново. Чё боится-то, я не понимаю, Ким. Пролетит, сюда дропнись, и все нормально будет. Ревелейшена нет. Забыча заблочится вообще надолго. Там уже Steam скоро будет готов. Хотя бы на третий них какой-нибудь взорыл бы, я не знаю. Или бы на вторую полетел бы. Пусть две бы минки здесь было бы. Ну так и так, в плюсе тиран у нас. Но ошибка, как мне кажется, инженерка, что не работает. Апгрейды не делаются. Еще ошибка заключается в том, что... Так, минку надо дропнуть. Странно, что не поднял Биллови эту минку. Дал ей вкопаться. Здесь тоже что-то происходило, такое ощущение у меня. Нет, ничего не происходило там. Странно, что инженерка не сгорела, они работают, грейды здесь не делаются до сих пор причем. И ни одной туретки нет, ведь там же воздух. Сейчас начнется контрхара с оракулами и викингами, и ничего хорошего там не ждет нас. Так, марики на стиме, тут смотрю, бьются. Спалил вылет сейчас просто, пожалуйста, тирановский кино, но... В принципе, то здесь все нормально. 30 цех пошло, но здесь 3 нексуса. И уже вот, например, бил ее в плюсе по рабочим. Это, ну... Не очень хорошо для тирана. Потому что еще несколько минут и просто вообще в плюс может выйти. Минка все-таки выбита наконец. Зачем было ее сюда приводить, отдавать, если можно было чуть-чуть подождать. И вот тут бы две минки, да, было, точнее не две, а вот здесь и так 4. Еще одна 5 бы было бы вообще. Так, плюс 2 барака еще у Билыча. У Кина, точнее, у Билыча. Вообще 5 добавляется, до 8. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ну купи бутылочку старого мельника. Будет тебе удача от Гора. Спасибо, Гора. Нет, ты уже сотню льда этого залеплял. А зачем старый мельник?
Так, оракулов покрошил у нас скин. ГГ, птичьи дрилы, что-то затрепали, а вот там еще с другой стороны был дроп. Пока что-то, блин, золото. Золото, конечно, не своя, ну, кин не своей расы играл, но золото, золотой чел, по-моему, лучше скином отыграл, чем билую пока что. Так, и лайф там что-то у нас, что и лайф ждет вообще. Ну, Лайва не сильный оппонент там. Ну, Грейд и Тосса ничего необычного. Глефы с арморов делаются иногда. Не знаю, что прикол, но у адептов ХП это больше, чем по лейке. Хотя смысл тоже, не знаю. На зелков, да, делают кого. Так, ну что же, ребят, вторая карта Кин против Билую. Кин уверенно сейчас развалил Билую в предыдущей карте. Всем здорово вам. Ребят, спасибо всем за поддержку большую, естественно. Смотрим эти игры. Не знаю, сколько турнир это продлится. Вот если он часов хотя бы в 5 кончится, то я за ребенком пойду. Что? Кроме меня пораньше некому Машу забрать. Вот. Посмотрим. Да, поставлю запись, скорее всего, данного турнира сегодняшнего. Уйду, потом вернусь и буду компанию проходить. Потому что компанию надо, наконец-то, начать проходить, а то завтра свадьба. Потом на выходных там ВСС. Значит, кстати, завтра ВСС начинается, ребят. Но завтра с групповой стадии не будет стрима. Будет стрим в субботу уже с ВСС-ки. Скорее всего. Так, Срибер полетел. Полетел, полетел и прилетел. Как неудачно постоянно какое-то мероприятие. Вот, блин, столько выходных было, где никаких серьезных туриков прям не было. Вот тут вот СС и свадьба, на тебе, пожалуйста. Ну ладно, тут уж ничего реально не поделаешь.
Оракул готов, убил его, он даже вперед не летит, он боится дропа уже сразу, что ли, автоматически боится дроп. Автоматическая боязнь дропов, короче говоря, у Кротца. Ну, будет кин дропаться, но будет не так, как в предыдущей карте дропаться, на самом деле. Загружается и полетел сразу вперед. Здесь уже третий Нексус. Ну вот смысл здесь держать Мазеркор, если пилон только здесь. Надо пилон, чтобы было и вот здесь, вот, чтобы он минеральную линию прикрывал. Вот сюда минка дропнется, что толку-то будет от этого пилона? Никакого. Ну, Фениксы есть. Минка успела вкопаться, ребят, это полный провал, я бы назвал это так. Ну и медивак погиб в итоге. Но зато Протс потерял Феникса одного, а у второго 8 хп осталось. Только чудо вообще спасло этого Феникса, просто там сконтролил, отвел. Но начало значительно более хорошее для Биллы сейчас, то есть... Хорошо, абсолютно цели не достиг, я прошу прощения, что-то. Сегодня вроде выспался, но все как-то бывает вообще. Здорово, Хайдеоси, всем здорово. Да, золотой пацан будет в школе репку показывать всем, а может быть он наоборот. Уже какой-нибудь, блядь, лирик он. С радостей. Повысит всем ЗП сегодня там, или... А может наоборот подумает, что он всесильный, как бы, уволит всех. Решит один, как бы, делать все. Раз он кино проврил даже. Так, пошел скан. Ну ладно, шутки шутками, на самом деле. Молодец, чел. 5 барак-то добавляется. В этот раз не глеф и броня, а, как вы видите, чарж и броня. Кин вперед выдвигается с двумя КСМ-ками. КСМ-ки были обнаружены. Ох, ревелейшн получилось. Чем он вообще здесь ходит, я не понимаю. Передумал, короче, вперед идти, назад уходить. Если бы как-то более-менее скрытно хотя бы доксил ноги выдвинулся, то можно было бы, да, как бы дальше идти. А так что-то и не хочется. Поразительно, что дома нет ни одной туретки, блин. Там Феникс и Оракулы летают. Кин вообще нигде не имеет туретки. Ни на вторую, ни на мэне, ни в продакшене вообще. Ну, Биллы действует крайне пассивно. Что-то не пытается к вам залететь. Здесь Биллы по центре адепт камни убивают. Надо их разобрать. Да, они мешают, на самом деле, сильно. Пошли архивы темпларов, но при этом очень странно, что не добавляется газ на третьей базе. На какие шиши, на какой газ строить архонов, например, в архивах темпларов или там четверных полкустов, где вот газа-то нет. Особо. 200 газа вот сейчас. 57-61 по боевому лимиту. Но Зилотов зато пачка просто замечательная такая. Саплай блок, клавил просто. Два пилона все главное строит. То есть это 8 гейтов, это один варп просто, два пилона. Все, то есть. И опять саплай блок будет. Странное, короче, решение. Ну, все. Семь зилотов варпанул, и все. Кин пришел, просто Биллы стоит, я не понимаю, вот такой вот политики, как бы. Тиран пришел, разложился, и ты как бы вообще на это никак не реагируешь. Идет замес, сейчас центри начнут падать. Одна уже минус, из гвардии на шелда и не будет. Вот что вот эти зилоты здесь стоят, зачем? Фениксы где-то сзади с оракулом. Фениксов много, кстати, достаточно. Так, пошел замес, либераторов надо убивать. Оракул дэмэдж рубает, тут бомбит неплохо. Часть зелков слилась, часть зелков продолжает биться. Танчики, циклоны, все падает пока. Ну, один бункер что-то долго очень прям живет. Надо бы мариков наподнимать, минус ноль. Что и делает, честно говоря, он билую. Все, все разобрал, и два пятерничка первых даже ворпанул. Здесь два гаца.
с горем пополам, я бы сказал, но пробил эту блокаду. Это было важно, потому что третьей ЦЦХ еще нет. Зато Гостакадемия уже пошла. На наши зомби напали. Улучшение завершено. Вступаю в бой. Вступаю в бой. Так, ну что, фениксы, короче, дежурят, ловят мариков всяких заблудших. Треть цеха пошла, я вижу. Гасты поднимает ее, ну, такой юнит жесткий. ЕМП падает. Энергия есть, гаста не поднимает что-то. В это время архона зелки идут вперед. Как же минки больно делают. Это жесть вообще какая-то. Еще один гост с энергией, между прочим, есть. ЕМП сейчас в архонов пройдет и очень больно будет. Билую. Оп, молоко. ЕМП что-то на развороте просто здесь как-то тирана развел. Ну как же неэффективно билую дерется. Хотя потери кино выше вообще. Опять билу эту. Инициирует бой. Феникс одного сразу сходу потерял. Гастов. Три штуки. 2-2. Грейда скоро будет готова. Кстати говоря, упроться и до 2-2 ему лучше и не ломиться, потому что, ну, у оппонента 1-1. Фотонок нигде нет. Вообще ничего не прикрыто нигде вообще. Ни на одной базе вообще нет. Настолько нагло все. Очередной феникс минус, здесь чуть грелка откуда взялась, будет грелка просто. ЕМП по архончикам пошло. Фениксы выманили, смотрите, за алхминок в юнитов тирана. И кажется, билуют, пробривают все-таки. Очень больно, конечно, минки бьют. Почему ЕМП? Проба есть давным-давно. Где хоть один обсервер вообще? Что он делает просто, я не понимаю, в этом плане. Обсерверов вообще не строят. Вот. ГГ, тем не менее, Ким пишет 1-1. Хорошо. Оп, хорошо пошло. Ну что же, третья карта, поехали.
Так, ну что же. 1-1, ребята. Путь на Айур у нас, карта третья. Поехали. КСМ под атакой. Центр улучшен. Так, надо рекламку пильнуть, ребята, а то не пилил я вообще ее пока сегодня. Хотя и толку-то от нее мало. Спасибо всем за поддержос сегодня. Поддержос есть какой-никакой. Что, ребят, в предыдущих картах, как-то я бы сказал, прослеживалась тенденция. Я бы сказал, что какого-то в целом преимущества Кина, но в первой карте Кину победа очень легко прям далась. Он сначала начал трепать, оппонент своего затрепал в итоге. Во второй карте Билл имел преимущество всю игру, но очень долго его реализовать не мог. Ужасно там по минкам бегал вообще просто, ну, задавил его экономикой массой в итоге. Но это не значит, что в третьей карте сейчас Кин прям соберется и накажет. Может быть, все здесь. Поэтому лучше посмотреть. Сейчас я посмотрю, что там сетки наверняка уже часть. Ага, ага. Уже один полуфинал известен. Это Alive против Пингвина. Соответственно. Здесь сейчас выяснится еще один полуфиналист. Сверху Гумиху смог ли бьется. То есть тут там очевидно, по-моему, что это Гумиху будет. Хотя в последнее время что-то Гумиху тоже начал заливать. Чемпион ГСЛ. На просто невероятный какой-то уровень вышел недавно. А сейчас что-то, ну, реально плохо отыгрывает как-то. Бывает, плохо отыгрывает он. Ну, посмотрим, не будем вперед забегать. Оракул прилетел, два Марика жопу напрямую. А здесь и минка есть. Залетел, вроде увидел минку, среагировал на сбилую. Попытался вылететь, но слишком долго в зоне захвата он находился. И в итоге смогла она выстрелить и минуснуть Оракула, как вы видели. Здесь же выход идет, два барака, то есть будет... Steam в ближайшее время заказан. Думаю, что должен добавляться третий барак, скорее всего. Сейчас будет, да, так оно и есть. Еще пораньше, мне казалось, надо добавить. Один танк, это танк такой оборонительный, я бы сказал, перестраховочный. То есть это один танк, и потом факта, видимо, улетит в другом направлении. То есть сядет где-то здесь. Хотя я думал, что факта будет строить реактор под Старпорт, но нет. Мне кажется, этот барак вот на эту лабу может перелететь. Хотя, с другой стороны, это может быть билд с масс-танками, как бы. Нет, факта улетает. Реактор под что? На реактор стоит? Под будущие бараки, видимо, либо под себя же и минки будут производиться. Просто проморгал я, как медивак вообще. Сюда привез минку, и она спокойно здесь копалась, как бы ее не видит. Просто она... грязное дело делает. Очень интересный такой момент. Так, с пробочкой минус очередная. Нужна роба, нужен вижен. Фотонки. Есть фаржа, что фотонку-то не заказать. Вот здесь бы заказал, это быстрее бы роба намного было. Потому что пока роба очень долго строится, пока из роба апсервер подстроится, это еще все время займет. И немалое.
Так, плюс 7 гейтов, кстати, убил ее. Очевидно, что это пуш. С 10 прям гейтов, 57 рабочих у него сейчас. Надо побольше добавить рабочих, чтобы третий некст раскачался получше. Хотя бы на минералы полностью. Там можно будет зилотов варпить спокойно. Ну, пока в это время идет хара с фениксами. Плюс оракул есть. Ну, нужно аккуратнее быть. Просто стараться ревелейшн. Кстати, две минки в рот, смотрю, на халяву подрезал, здесь летал. Ревелейшн кидает по небольшой группке, можно было подлететь на более крупное скопление юнитов, кинуть, как мне показалось. Заблудился одним фениксом. И все-таки был он уничтожен. Мне уж показалось, что выйдет сейчас через мейн, но нет, там туретка была. Мариков на стиме на Ascensi поднял у нас билы. Если вот по очереди по чуть-чуть их поднимать, они феникса убьют. То есть, если вы видите, что на стимпаченные, лучше поднять всех, и пусть там один феникс атакует, одного убили, высвободился второй, там быстрее-быстрее следующих убьют. В итоге так вот, собственно говоря, и сделал. Бил ее, то есть феникса не потерял на этих мариках. Одного задемеджили, да, этого, правда. Но уже их 9 штук, и еще сейчас будут. И вторая фаржа, и робо-бэй, и 10 гейтов. Но по лимиту тиран вообще совсем не отстает, даже чуть в плюсе идет. Так, Сплинт плюс один, робо-бэй, второй робо, вторая фаржа готова, пошла броня в ней. А так доделалось, ну, с двух фаржей играет хорошо, кого феникс там все строит, уже один, такое больше-то уже и не надо, наверное. Такое количество уже смело, да не можно, а нужно делать плюс один тогда там за 100-100, как бы. Если ты такое прям количество наштамповал, это ж вообще жесть. Так, две минки на четвертую прилетают. Привел минку, блин, еще и пробку с собой забрал. Мне бы на одного вилка потратил бы здесь. Ай-яй-яй, улетел в итоге медивак куда-то там вдаль. Фениксы стоят, где контролят Биллу. Вот сейчас выход идет от Кина. Биллу здесь, да, где-то находится. Два филда. Время тянет. В это время забегания аж целых 9 зилков, а стенки у тирана на второй нет, и они могут очень неплохо прям ворваться, как мне кажется. Минка копается, спалил зилков, да, спалил зилков, судя по всему, здесь у нас Кин. Здесь Либератор, Гост Марик, ё-моё. Попытка райт-кликнуть в инженерку, бесполезная, Госты просто с Мариками с невероятной скоростью убивают зилков, особенно вот эти юниты. 24 демеджа по, с руки просто выдает. Выдает ГОСТ. Первых два колосса вижу убил и готово. Еще два строятся. Правда, саплай блока один вообще не заказаны. Только вот сейчас замечаю Биллу, что пилонов-то оказывается и нет совсем. А у Кина дальность Либератором через несколько секунд будет уже готова. Так,
Колосс вылез очередной. 10 феникса нашли факту. Минус нули. На 6. Ну что-то 200-200 уже и запас начинает копиться и там, и там. У Кина 16 мародеров, 43 марика, 3 гаста, 1 танк, 8 ливераторов, 7 медиваков, 4 минки. Очень такой мощный микс. Здесь же у Протца 4 колосса основную силу представляет. Вот этих 20 штук ребят, их бы уже бы разменять бы на что-нибудь, заменить бы этих зилотов, потому что... Ё-моё, а чем либераторов Протца собирается вообще контрить? Вот вместо этих зелков иметь сталкеров, и все было бы прекрасно. Просто прекрасно, на самом деле. Но их нет, сталкеров, вообще. А, фениксы. Ну, фениксами, да, как вариант. Но пока они убивают феникса. Прикинь, сколько времени пройдет, и как либераторы, вот стационарно уже разложенные, сейчас на разваль. Так, врываются феникс. Еще и марики их контрят очень плохо. Подлин под Либертонов пошел. Здесь что-то тому бегал. Сейчас кину очень жестко. Развалился в итоге. Но, смотрите. Он минуснул белую Нексус на второй базе. На мейне начинает напрягать. Пилона пытается вынести. Но тут не так просто это сделать, на самом деле. Что ты делаешь? Все-таки пилон выбил в итоге. Поднял всех и не убил в итоге. Они спустились вниз и начали развалить. Но пилона восстановят, конечно, здесь билы. Ресурсов есть определенное количество. 3-3 грейды закану. Здесь уже третья атака доделалась. Тирана сильнее. Экономика 61-44 по рабочему. Это полная печаль. Скорее всего, это победа... Конечно же, билы. Так, у меня, кстати, не там. Близится освобождение. Вы молчите, да я смотрю. Войска не там никнейм Биллови находится. В первой игре поставил, а сейчас уже он поменял позицию давным-давно. Так, да тут сканы здесь что-то летают, фениксы туда-сюда. Часть гейтов даже не открыта, ребят. Один вообще выключен. А гейтов 15 штук сейчас будет работать у Биловы. 159-92, лимиты, 50 пробок. Установил часть рабочих у нас Биловы, смотрю. 3-3 делает. Ну, до сих пор микс достаточно опасный, но против либераторов нет у Протца достаточно эффективного оружия. Тем более здесь гастов уже пачка просто нереальная какая-то. И ну, вот единственный шанс это словить на муви, как мне кажется. Здорово, Пека. Вошел замес, но тут Кинфлам разбирается, вы увидите. Я даже сказал, что по поводу чего там угораете. Я уж подзабыл. Но вот так вот. Вот так вот. Ну что, Лайф против Пингвина, Гуми Хукин, три тирана Зерк у нас в полуфиналах. Возможно, ТВТ в финале. Либо Пингвину придется разваливаться. По очереди, как обычно, полуфиналы. Гоу-гоу, говорит Алайф. Ждем начала.
игру. Даже переименую сейчас. Сегодня что-то сидел, спа здесь оставался из-за того, что я рассказывал позавчера, с велосипеда упал коленом, ну и травмировал. Хорошо, что ну колено, которое не оперированное, ну чашечку повредил как-то, ну трогал, ну вроде как бы просто сильный ушиб, поднапухло сегодня, что уже лучше стало. Потому что я знаю, что если что-то серьезнее на колене, там сразу поймешь, там, потому что она будет как голова размером, вот. Ну и здесь остался, кушать особо нечего, с утра встаю, думаю, блин, что-то бомж пакета хочется втрепать. Пошел, взял, блядь, два доширака сейчас. С утра я чуть позже подошку забомбил. Блядь, этот раз, вот такого чувства, у меня раз в 5 лет, наверное, может, года в 4 просыпается. Что надо бомжа захавать, короче. Вот ведь сегодня вот что-то такое... Так, все вроде готовы, сейчас начнется что-то. Матстин переподписан 2 месяца. Спасибо, Матстин. Спасибо всем за время, за поддержку. Слушай, мужик что-то там базарить начал. Так, ну что же, ребят.
Пингвин против Лайва ТВЗ у нас будет, да, зергов сегодня особо еще не было. Так, смотрел, тут сетки еще дальше будет. Да, никнейм старый надо припрятать, ребят, извиняюсь. Хотел убедиться, что сегодня вечером ничего нет особо. Да, сегодня ни хрена нет по турнирам. Вот. Поэтому я думаю, что к 5 где-то часам должны закончить, может быть, чуть подольше. Ну, зависит от того, сколько полуфинала пойдет и финал, естественно, но... Если раньше 6 освобождаюсь, то я иду ребенка забирать из садика пораньше, потому что Маша там, ну, на третий день подряд ходит и плачет, не хочет в садик идти. И ждет, когда ее заберут. Вот. Ну, Даша сегодня не сможет. Если сможет, конечно, я останусь в компанию, сразу начну после проходить. Если нет, пойду заберу, поставлю запись и приду уже. Так, компанию буду ремастера допройду. Или на Брудваровского. Оригинал выложен, кстати, сегодня с утра, ну, залил вчера, сегодня выложил перед анонсом. Воды на Good Game, короче. Агент 72. Наверное, из-за вспышки на солнце дошик решил бомбануть вообще. Не, ну дошики в клубы — это перебор. У нас в клубы только за 2.50 бомжи летели, я не помню, как это, Ролтон и другие еще, может, были давно еще тогда. За 2 рубля, как бы, другие, но других денег не было. Ну а мы не гелики, ребята, у Лайва что-то тут пингвина проблемы какие-то, по-моему, очень серьезные. 4 дрона минус 7, это не предел, это не конец. Думаю, как тут все горит-то адски. 11 рабочих слилось. Еще 2 гелиона заезжают. Но не, они тут уже ничего не сделают. Но это и так для зерга на самом деле катастрофа полная. Потому что он не может так быстро рабочего восстановить. Вот, ну я тоже, как же, грейданул. Дошек я тут майонезом, естественно. Вот, еще у меня было кусочек курицы, там мама в духовке делала позавчера. Думаю, ладно, там небольшой такой покрошил туда, но все это уже... Это уже царский был почти, но все равно. Ну, как-то так-то есть можно, но самочувствие у меня какое-то так себе, живот какой-то напряженный после этого, желудок. Так что может быть и зря я это затеял, что дома-то там еда была, но я думаю, ладно, нога болит, влом идти, сейчас магаз схожу здесь поблизко. А домой на елике наехали. Прошу прощать, трансюс овера пошел. Прикрыл, прикрыл. Пингвин, молодец. 33-44. Пуш пошел. Улын от пингвина, ребят, пошел. И ведь может прокатить, потому что здесь ни танка, ничего вообще нет. Насколько, кстати, 2 Марика, Викинг, 2 Гелика, Рейвен. Вообще ничего нет абсолютно. Овер уничтожен. 10 бейнов тут рядом делается. Куда-нибудь, что-нибудь взрывать. Да похи, что ли? Может, лучше дальше ими зайти. Роучи идут на ХГ. Моментально практически депончик пробивает пингвин. Бейны тоже идут наверх на ХГ. Взрывай!
Взрываются до похи. Танчик один единственный есть в наличии сейчас. Стимпак готов. Не знаю, мне показалось, что беллингами может лучше тогда было надо взорвать нижние депохи, чтобы быстрее пробраться наверх. Рабочую часть еще 24 собачки еще строятся. Беллинги проходят минеральную линию сюда. Взрывают часть рабочих, ну только часть. Часть рабочих пытается уйти, лайф не контролит, 34 минус, Бэйны продолжают свое движение по мейну здесь. Танчик хочет забрать, ну нет, не заберет здесь ничего, пингвин уже. Но если бы Зарк сейчас строил не собак, а рабочих, у него было бы сейчас 50 на 15 примерно рабочих. Зачем он строил лингов, я не знаю. Куш-то захлебнулся здесь. И смысл дальше давить на... Здесь стимпак, здесь танк. Сиди на крипе дома, живи, 30 цехи здесь. Нахер он это делает вообще? Да. ГГ пишет пингвин. Вот просто принятие решений, да? Закажи рабочих сейчас. Закажи лейер, сиди, пытайся выйти в покатушке. Ну, то есть несколько роучей еще. Сделал несколько роучеров, лингобеллингов, даже без скорости. На крипе там время можно протянуть, но нет. Че-то тупит. Так, ну что же. Один ноль, точнее, лайф, ребят. Ребят, здесь минута 20 игра идет. 17-я хата, Гаспул, пингвин. Лайв же барак играет первый. Причем барак газ. А не газ барак в цеху. Возможно, в третью цеху, возможно, там во второй барак 16 мариков передроп. Не знаю точно, что это будет. Ну что-то это явно будет, да, как бы какой-то билд из таких. Может быть, вообще не в бил, может, лайв сыграет в мех тот же. Ну и я думаю, что навряд ли пингвин будет пушить в этой игре. Хотя в прошлой игре пуш был следствием
потери 11 дронов в начале. Причем на очень ранней стадии первые 4 гелика приехали и убили их. Это было очень больно. Так, ну Рипер пролетел, чуточку пострелял здесь. Ну, совсем чуть-чуть. И улетел. Еще раз рабочего продемонжил, второго. Но никого вообще, ни собаку, ни рабочего еще не получилось пока что забрать Элайву. Вот этим Риперком. Может быть, дальше что-то получится сделать. Он полетел опять. Да нет, ничего особо не получится. Собаку заберет одну. Полетая чуть по мейну, посмотрит третья хата, если. А нет, даже вторую собаку сыграл. Забрал, простите. И улетел, и не стал даже смотреть с хату. Ну, здесь флэера нет, так, ну, никакой особой информации это Рипер не получил. То есть он тайминг хаты не видел, флэера он не видел. Спорту заказывал, чтобы спасти. Весь Марик, смотрите, на халяву тестовер забрать вообще. Дома третья цеха, Steam делается, бараки новые пошли, то есть все стандартно достаточно. Реактор под еще один барак, правда, нагромождение, здесь куча бараков получилось. Видели, криво посадил сначала, лайф был момент, вот сейчас нормально посадил. Ну и 4 гелика, возможно, что-то сделать. Может, список донатер, конечно, что у меня там. Да. Нет, все правильно, просто неправильная информация была. Вот так вот надо. Опять прям наглую лайв геликами прорывается. Вообще бордел, я бы сказал. Ну, этот раз разделились, мне кажется, по группам здесь. Тыл на третий поехал, три дрона минус, ну ему просто, ну это вот на самом деле тиран полный аркадник, за это его надо наказывать, но ЗРК опять не готов, и в итоге затерпел здесь пингвин просто. 7 дронов минус, про него 10 до заказа, то есть больше, чем убили. То есть, а как, почему аркадник? Да потому что крип он уже насколько далеко, вот он здесь вот был уже от третьей базы, второй базы там. Есть три королевы, он между этим всем делом таит. И Мейзер 10 собак, все, брать потери гелионов даже до рабочих бы не доехал, скорее всего. Ну, собак просто ноль. Опять, как бы, опять они заезжают спокойно. Поэтому на грамотных зергов небольшая группа лингов, там 10 штучек, всегда имеется в наличии, чтобы вот таких сюрпризов не было. Ну, в целом, пингвин восстановился и 60 рабочих имеет, то есть у него хорошая экономика. Так, ну что же. Ворвался тут и лайф мариками на крип. Лимита больше не у. По катушке все еще не готово. Но скоро доделываются.
Аж целых 5 криптумеров пилит пингвин на нах. Да их 5. 7 пер криптумеров он пилит. Офигеть просто. Так, ГГ не висит. Это все, что не идет, это из-за отлопа. Потому что что-то там какие-то там, кто-то что-то внес туда. Говорили в этих фильтры отлопов. Паренчики посетили там. Так, ну пингвин самое главное выжил, ситуацию стабилизировал, ребят. Не уже есть покатушки. 2-2 грейдики пошли. Атака на муту. Ах, неприятно, минка бомбанула. Но около 10 собак было убито сейчас. Но элемент больше. Я понимаю, почему пингвин муты никуда не пытаются даже полететь. Так, две туреточки пошло. Опять дропнутый, ну блин, 4 или 5 муталисков просто погибло на этом выбивании, странно. Пингвин что-то перемасил сейчас элайва вообще в хлам. 198-180, лимит очень хороший. Муты много новые подстраивают. Через несколько секунд уже грейд будет готов. Ну а Элайф давит. Элайф давит, пацан. Хоть 3-3 грейда уже делаются. Если он хайфзарк может закатить, пока ничего, правда, не заказывает. Кажется, минка сейчас на 10 лимита бомбанула. Я проморгал, вообще жестко бомбанула. Непонятно был с этими девайки, сейчас мог бы... Мог бы пошатать пингвин медиваки, но почему-то он этого не делал. Очень странный момент. С этим муталиски на халяву могут встретить сейчас просто два медивака. Вот они летят, смотрите. 20 лимит, просто никуда. Перезаклик пингвин здесь все убивает. Медиваки сбивает. Здесь у нас какие-то врывы от тирана идут. Все это принимают Беллинги в легкую. Пингвин делает контратаку тем временем. Заходит на вторую базу. Проблемы просто гигантские. Сейчас будет выбито КСМ, их много очень. 20 уже падает. Врыв на мейн идет. Беллинга, Линги, Мутка на мейн заходит. Сейчас будет выбито много продакшена, я так понимаю. Можно реакторы те же повзрывать, например, было бы. Сейчас, ну пока не взрывает ничего у нас. Пингвин. Беллинги заходит. Ой, там по марикам-то как бомбит все. Один реактор упал. Так, чисто. Кстати, хорошая цель была армори, но не выбил армори. Торы прилетели очень неплохо. Поразваливали.
Смотрите, это мазершип валяется подбитый. 197-114, ребят, ну это победа практически пингвина, и это значит, что счет сравняется, нам третья карта понадобится вообще. Так, завтра днем, кстати, тоже что-то ни хрена нет вообще по стримам. Ребята, Элайв пришел к пингвину, пингвин забежал к Элайву опять. Ну здесь дофига био оставлено от забегания. У Элайва есть три тура со второй броней. Это просто жесть, какие замечательные грейды. Собаки очень плохо грызть будут скоро в итоге. Что делает пингвин? Никто не может объяснить. Нахера он идет и просто сливает беллингов никуда в очередной раз, блин. Коров, блин. Уж просто в коров тогда бы врезался, б я не знаю, и то бы лучше было. Эффективнее, как же торы больно делают-то, ё-ма. Собак надо вести под торов сейчас. Надо сбивать все медиваки. Торы дропают. По мутке прилетает, просто жесть вообще. Где она, эта мута? Ничего догнать не может. 98-84 по боевому. Лимит вообще жестко. У Зерга, кстати, без беллингов лимит. Наламывается на Мариков. И опять беллинги нужны. Мариков убивает. Два муталиска все осталось. Они медиваки сбить-то не могут вообще. Кстати, лимит 57-44. А сейчас еще и мулы полетят. И попробуй здесь что-то сделать. Ну, у Зерга хорошо, что у него баз больше было. Новенького одну выбило лайф. Но у него две осталось. Но здесь-то тоже он 4 мулы. Здесь. КСНки добывают, то есть еще выиграть шанс есть, но, как мне кажется, все-таки экономика не зарешает. Так, 64-44, нет, все-таки еле-еле, но пингвин здесь тащит. Вот, кстати, если бы тогда пингвин при забегании муткой и лингами 3-3 грейды не отменил бы Элайву, он вот этим контр-выпадом вполне бы мог на самом деле победить, как мне показалось. Потому что недостаточно было 2-2 грейдов ему. Так, везде что-то минки бомбят. Медиваки со всех сторон возвращаются просто. И сзади, и отовсюду. Пингвин их ловят все практически. Поймает и этот, да. Три-три лайф заново делает при этом всем. Самое удивительное. С такой экономикой. Говорит, тиран там мулов покидал и все. Бью есть, сейчас бы 3-3 было, просто Мариков устроил. Пингвина 2 первых ультрала, 23 муталиска, это очень много. 42 муталиска за игру погибло просто за это. 79 дронов, еще хату очередную ставить. Нет, все-таки пингвин слишком сильно вперед идет, в отличие от Элайва. Так, тут везде пытается пингвин муты что-то сделать. Два муталиска уже потерял.
А ты лаял в это время дроп с одного медивака, там летает сверху. Ну тут в ловушке оказалось вот сейчас. Ну и лайф решил, что надо увести часть мариков. Он побоялся, что да, собаки, видимо, прибегут и понапрягают. Чё себе хлопок такой был? 10 юнитов, минус 10. Показалось мне, что больше погибло линдов. Но нет, 10. Здесь 6 только что. 3-4-198. Я не понимаю, что пингвин тянет. То есть он дает элайву. Посмотрите, у него рабов 40 тысяч. Он сейчас, если еще лимита на 40 боевой поднимет, хотя бы до 180, у него уже будет больше, чем у пингвина, намного рабочих. У этих их рабочих боевого лимита. И он сможет драться эффективно. Есть ультра, блин, есть грейды. Все есть. Иди вперед, что-нибудь там делай. Нет, пингвин что-то бегает туда-сюда. Есть инфестор уже первый. Мута полетела искать медивак. Сейчас найдет пингвин, конечно, медивак. Пингвин под контролем, молодец. Ничего не потерял. 198-151, но лимит вообще одинаковый почти, что самое главное. Уже 12 минок и лайф имеем. Где они вообще? Здесь все ходят. Медивак что-то не маловат. Никак с лайфом. Катает пингвин экономику, летает. Грейдов на здание нету, и лайва там ни брони, ни рейнджа туреткам. Не поделаешь. 125-126, пошел в замес. Пингвин пошел на лайва, минки просто. Вы видели, что с ультралами мины сделали? Это жесть вообще. Они столько дамага внесли. Закопаны, кстати, инфесторы. Микос, кинь ты, Микос, ты, ё-моё, все, а ультралы убьют все. Вообще не контролят пингвин, здесь только... только... Не, трансфюзер ты кидал королеву, странно. Че Микос не кинул вообще? Никлан спрашивает, пингвин русский игрок? Антарктидец. Из Антарктиды. Знаешь страну такую? Вот. Ну а так-то, если серьезно, то нет, конечно же. Третья решающая карта нам нужна, ребят. Что-то хост я не вижу. А, Варди карту спрашивают, все молчат вообще.
Привет новому СПЖ, Лэмпорт. Вот. Кореец, все здесь остались, и пингвин в том числе, кореец. Почему пингвин, я хз? Вот. Так, я здесь, ребят. Третья карта у нас. Пингвинос против Алайва. Никнеймы здесь все видны. Второй полуфинал Ким против Гумиху будет у нас позже. Потом финал. Ну, то есть не так долго осталось у нас. Но если матч будет долгий, то, конечно, все время придется посидеть часик, побольше часика. Вот, ну долгий будет, недолгий, я хз, ребят. У меня уже 4 часа, я надеюсь, конечно, к 5 закончим, чтобы ребенка я забрал. Вот. Так, ну что, инъекции идут. Вовсю Элайв строит геликов опять. Вот если Элайв победит, то у нас ТВТ точно в финале будет. Если же победит Пингвин, то ТВЗ. Что лучше, что хуже, я не знаю. На второй паре Гумич, конечно, фаворит. Если победит Элайв, а там Гумич Кина победит, например, то мы можем увидеть мех, например, от Гумича, что всегда интересно. А в этот раз посмотрите, что делает Элайв. Это абсолютно очевидный пуш вообще. Здорово, Dark Knight. Спасибо тебе, Бальк, на Киви. Мне так редко просто сейчас на Яндекс Киви что-то кидает. Поэтому я редко вообще смотрю. Вот. И... Извиняюсь, что не проверяю. Так, линги забегают. Там Хелбат пуш уже должен выходить сейчас. Да, вижу, смотри. Спасибо, 200 рублей. Враг атакует улей. Спасибо тебе большое, ребят. На мэне прилетели гелики. Они трансформируются в хеллбонтов просто активно сейчас. Так. Чуть не просрал медивак сейчас у нас лайф, но не просрал. Все нормально, медивак живой. Здесь рипер, два марика, хелбат на третьей базе. Два хелбата все еще мейн продолжают напрягать. Но очень дамаженный медивак. Куда ты побежал-то? Надо в минеральную линию врываться. Трансфьюз на королеву заходит. Тут уйти будет уже тяжеловато, мягко говоря, отсюда. Лечит хелбатов, медивак хитил, он очень долго жил в итоге. Здесь тоже энергия накопилась и трансфьюз пошел, блин. Нормально пингвин здесь вообще-то разводил его, и лайф не развел в итоге. Вот. Это хороший был момент. Спасибо всем за поддержку, пацаны, конечно же, еще раз. В это время Либератор на мейне прилетел, начинает бомбить. Но 50-41 зерк плюсе по рабам, он сейчас 2 эволюшена делает у нас пингвин.
Была уже инженерки есть, вот сейчас вот он крыды только-только у них заказал. Еще бараки добавили, плюс два газа. Ну, что-то похоже на предыдущую игру. То есть, в первой-то игре вообще в хлама лайф там разжег в начале. 4 миллионами первыми, как бы. То есть, настолько он... Один с рабочих жёг, один с рабочих... Ну, не смог восстановиться, общество пингвин. От такого урона, потому что на такой стадии один слишком много. Там он всего 6 заказать смог, как бы. На эти 11. Ну что, ребята, активная работа идет по вычищению крипа со стороны Лайва. Пингвин развивается, тем временем четвертую хату уже ставят. 1-1 грейды у Тирана опять раньше, чем у Зерга. И у него есть, между прочим, армори на Хеллбатпуш, поэтому 2-2 вообще моментально практически Лайв заказывает. Ну а у Зерга отставание секунд в 30 будет, наверное, от тирановских этих грейдов, если он сразу же закажет максимально быстро 2-2. Но я смотрю, что газа-то что-то у пингвина немного пока что. Четвертая хата есть, но газ там не добывается. Ну, 6 газов, правда, работают. Либератор на мейне в очередной раз прилетел. Где он вообще был, этот либератор, непонятно. Где-то летал. Хрен поймешь, где он там летал. Но муталиски с ним разобрались. В то время выход был, но выход тут ничего не сделал. Беллингов вынужден пингвин морфить. Из-за этого газа нет, и грейды откладываются 2-2. Пошла атака, и если она не увенчается успехом, а это она провальная вообще, потому что великолепная позиция у танчика. Беллинги отдаются, все отдается. Хотя у пингвина действительно лимит был. Рабочих там 80, кажется. Ну, нужно выходить. Нахрена было ставить? Нахрена было вот эту базу ставить, как бы, если ее так тяжело защитить, блин, здесь. Ее что-то реально тяжело защитить. Так, пошла атака, беллинги сзади. Собаки идут вперед, откуда-то лайф развел, расплитил. Ай-яй-яй, какая жесть, вообще минус муталиски. Это, ребят, минус пингвин. Это 2-1 в пользу лайва. Что-то пингвин ошибался в конце очень-очень много. Действительно, потери. Ё-моё, 3000 на 7500, вообще жесть. 2.5 раза в потери больше. А в конце будут и того больше. 3000 на 9 просто, к, в 3 раза вообще жесть просто. Ну тут пингвин вроде как даже отбился в какой-то момент в конце самого, но пустота на 9 часах вместо базы, как бы, и вы сами понимаете, что это кранты, тем более, что у тирана 2-2, вот через несколько секунд грейды доделают, все готово, 2-2, биву, и танчик вот еще один есть, кстати говоря, камни пробивает, и лайф уже в лоб заходит на последнюю базу, пингвин пытается морфить беллингов, еще и муталисков стек он там весь потерял, ладно, просто не то, что 15 бы осталось. Добавлял бы еще, но такой был бы силой просто такой, не знаю. Не то, что неубиваемый, но той благодаря которой можно было бы закомбейчить, то есть отбиться здесь, полететь, подхарасить. Ее нет, опять муталисков просто. Вокруг мародера контроль устраивает лайф свой. Ну, все правильно, мародер со скином такой прикольный по виду. Все, бейны ворвались, ну, часть мариков с рабочими уже разбираются. Один рабочий минус, хата падает.
Опять Бэйн вперед выдвинулись, толку мало. Кин против Гумича. Второй полуфинал сейчас будет у нас. И потом финал. Так, Буми Хокин, что лайф. Так, ну что, в арте захостит, нужны карты, но пока ответа нет, на самом деле. Так, сегодня какой-то турнир Алекс 007, я смотрю, делает. Все, почеркали карты, сообщают вообще.
Так, зашел на охоту сейчас в Арли, всех тут раскидает. Что-то Гумич не идет вообще. Так, ну что же, поехали. Здорово, Шаева, поздравляю тебя с 33 годами, это хорошо вообще. Ну что же, Кин против Гумища. Так, ну что, начался матч, погнали, смотреть его, ребят. Да, короче, из-за этой проблемы просто людей меньше, просто, ну, намного, чем раньше было. В чем прикол, я даже хз вообще. Same.
готов. База атакована. Системы наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. Так, ну что, поехал циклончик вперед. Так, ну что, ребят, погонял тут Игуми и Щекин немножечко друг с другом побились. Игумиху побольше рабочих, в итоге поменьше боевого лимита. Но в целом игра более-менее ровно проходит. Правда, у Кинг что-то Старпорт не работает. Непонятно почему. В финале победителя ждет и лайв, то есть уже ТВТ-нчик у нас точно в финале будет. И Кин пошел в контратаку, что у него есть. Два циклона и Мариков 6 штук вперед летит в медиваке. Ну и, кстати говоря, если Мариков дропать прямо на муви, а циклонов хоть чуть-чуть сплетануть, да расплетани ты их, сплэш заходит просто адовый. Ух, танчик падает, циклоны падают, Кин наносит удар, и Кин минусует Гумику, ребят. Просто дичь какая-то. Падает медивак. Пока еще не минусует, но дэмэдж, мне кажется, это критически может стать в итоге. Циклончик упал. Минус рипер, гелик не минус. Ну все, вроде все слил. Но 56 на 40, фактически 60 лимита на 40. Это про очень печальная ситуация. У Гумиху, правда, стимпак заказан. Гумич умеет тащить из таких ситуаций. Но последнее время что-то Гумих, он просто слабеньким очень стал. И проигрывает очень многим игрокам. Так, поехал гелик, все проверил. Чарли где-то что-то копает, блин, слышит хвалить, наверное. Яму тут подрывает, блин. Гумиху справляется в дальнейших раз. Посмотрите, ребят, только что на 20 лимита Гумиху отставал. И сейчас я уже вижу просто, что Гумиху впереди по лимиту, блин. Причем он не харасил оппонента своего, он сюда куда-то не летал. Зато у Кина третья ЦЦ-ха есть, у которой нет Гумиху, соответственно. Так, Марики опять харасит, на стиме Гумиху тут все прогоняет. Нужно выход какой-то делать, ему планировать, по крайней мере, иначе он останет уже катастрофически. Этот медивак можно было бы и вычинить, что Гумику, кстати, в итоге и сделал. Не видит, как медивак летает здесь, харасит, опять же.
Неизвестный поддержал ваш канал на 112 рублей и сообщает: мороженка купи дочурки, точка, точка от Гора. Спасибо, Гора, тебе сегодня, блин, братан. Ну, мороженое мороженым, но... Маша ждет меня, что я с сада ее забрал сейчас. А уже пятый час пошел, блин. Походу раньше 6 не получится этого сделать. То есть, ну хотя бы чуть раньше 6. В 4 забирали ее мы до этого все время. А здесь вы видите, турнир, мне из-за него не уйти, к сожалению. Да что же с работы уйти? Не может. Да вообще в последнее время мало стримлю, чуть-чуть на каких-то других задачах концентрирован. А нужно бы уже раскачиваться осень, сейчас начнутся турниров дофига и... Сами понимаете. Короче, летит дроп, ребят. Куда он летит-то? Сюда, прям на третью базу залетает. Но не смог Гумич пролететь. Скан. Щиты у Гумича есть на мариках. Стимится Гумич, идет вниз. Собрался прям лоб убить. Кстати, смотрите-ка, на лом-то неплохой получается. Танчики развел просто. Смотрите, танчиков убил. Часть все еще живет. 6 рабочих минуснул. Ну, я хотел бы сказать, что удачно Гумиху подрался, но я не могу сказать, что удачно. Он, конечно, в плюс здесь разменялся, но в его ситуации нужно было именно побеждать бой. Почему? Потому что у Кина 58 рабочих на 44 Гумиху. Как только Кин доживет до щитов, там, до грейдов, то у Гумиху все еще хуже станет. Ему нужно пытаться как-то пробить. Потому что он с двух баз прессует 3, как бы. Если он с двух баз 3 базы не запрессует, то это все. Второй же контроль от Гумиху, да? Вы видели, как Кин сзади бежал, и как Гумиху ни одного юнита сейчас не отдал. Но все равно его Кин развалил, заставил отступить, простимиться, там демеджина получать. Кстати, либераторы здесь, кстати, есть еще. Еще прирост выдвигается. Либераторов 4 штуки уже, между прочим. Вот, они подлетают. Неужели Гумич не видит, где они висят здесь? Заходит опять в зону киновскую. Гумиху стимится танки, либераторов возьми, что ты делаешь? Так, 5 танков Гумича рассиджены. Куда-то Кин заходит, непонятно куда вообще. А, Гумиху, может, не ведет либератора вперед, потому что здесь викингов он видел. Ну вот насчет этого я вам точно сказать не могу. Гумиху опять разменивается. Плюс 72-49 по боевому лимиту. Ну, это перебор какой-то, реально. По лимиту, по боевому у него все замечательно. Два-то викинга, может, четырьмя либераторами можно минуснуть, я не знаю. Девак очень сильно не хватает. Просканил Гумички на юниты вот сами по себе идут. Куда они там идут, конечно. Пошла атака, викингов забревает. Ну и все, либерки есть, 4 штуки, вот они как... Козырь, который был в кармане у Гумиху, выходит на поле боя. Соответственно, танчики начинают получать от них урон. Кин пытается выбить, но одного убил. Но цена дорогая, слишком мариков много погибло. Пошла атака от Кина сейчас. Самого Либератора тоже есть. Танчиков у Гумиху прям как-то реально дофига. Два либератора, их надо забрить, забривает их Гумиху, 96-65, как он эту карту взял вообще? Ну он взял ее, но дома вообще он ничего не получает, контрагрессии никакой не получает Гумич дома. Если бы хотя бы по два медивака прилетело, откинуло туда, а мне кажется, в такой ситуации надо размен навязывать, но это мультитаск очень жесткий, это очень должен быть сильный, сильнейший мультитаск, я бы сказал бы даже, то есть... И дома отбиваться, и здесь дроп провернуть, например. Но там могли бы точку поставить 16 мариков. Все силы были в атаку брошены Гумиху. И даже 2-2 грейды кинул, в итоге что-то не помогли вообще. Может, еще помогут? Помогут? Помогут. Ну, я леплю. Нет, походу уже не помогут. Скопление минералов выработано. Готово. Так, тут распределение что людей, ребята. Место рождения минералов иссякло. Прочь с дороги! Бегом, Орк! Спасибо, городе. Еще раз бинды поставим. 77, 127 в пользу Гумища.
беспокоит меня, что не пытается играть. Вот сейчас вот, вот пошла армия с инженерика, только сейчас он на грейдах подумал. На что же Кин? Кин пытается сам прессануть. ЦЦФа с мейна полетел. Не, ну 2-2 могут зарешать, конечно, теоретически, но я уж что-то сомневаюсь в этом прям сильно. Стреляет Кин, Мариков дрогнул. Тиминца идет вперед. Танцы что не пропустил. 2-2 Марики, жесть вообще. Ну, смог пропустить. Здесь вот Либератор в таких ситуациях мог бы очень сильно помогать вообще. Сторон гумик он ломился. Сзади дропчик пришел. И здесь юниты вышли. Уничтожил все и в атаку сейчас пойдет он. Пошел точку ставить. И лайф пока не верит в свое поражение. Есть у него юнит. Дома сидит. Ребят, ну тут все давно уже очевидно, на самом деле, было, что ГГ, но вот так вот. Здорово всем, ребят, на Твиче, кто находится вообще. Так, ну что. 1-0 Гумич, ребят, вторая карта, поехали. Ресейв готов. Ресейв готов. Готов.
Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Режим готов. Кому навешать? Режим готов. Так, ну что же. Так, Семен Петрович, не надо спамить всякую шляпу, особенно про таких ничтожеств, как Верди и Револьвер. Вот, они как в жизни, так и в игре. Уникальное сочетание, ну, ничтожности свои доказали, поэтому тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Надо забыть про них просто как про страшный сон. Я об этом говорил уже давным-давно. Вот. Вопрос Глая, почему он там не банит, не предупреждает, потому что я обычно предупреждаю людей, которые про чужие там каналы, там про мэджиков там или кого-нибудь еще там игроков что-то не то говорят с перебором, я бы сказал, как-то так. Ну что же, вторая карта, Кин против Гумича, в этот раз билды более близкие, но вот уже дропчик прилетел от Кина, Гумико его принимает просто в легкую. Ну, Гумику, например, третий газ есть на второй базе, у Гумику есть два танка, а у Кина вообще нет пока. То есть, возможен какой-то вариант контратаки. Тем более, смотрите, раз медивак, два медивак, сейчас будет третий медивак, и вообще всю абсолютно свою армию Гумихо сможет перевести к Кину. Если он прилетит куда-то, удастся ему дропнуться, например, вот сюда, да не важно куда. Везде урон будет очень высок, на самом деле, при вот этом дропе. Так, загрузился два медивака. Третий будет загружаться, да, и третий сейчас загрузится. Сразу же полетел. Вот не вовремя, конечно, Кин прилетел. Ой, как же не вовремя сейчас Кин своим медиваком прилетает сюда. С четырьмя мариками. Гумику вынужден брать КСМ, плюс у него два марика, 10. Но это очень сильный урон. Это один только марик сейчас упал пока что. Второй. Прошел, посмотрите, дроп все-таки от Гумику, как и предполагалось. Танчики Гумику фокусит. Просто, смотрите, он не дает стрелять танком вплотную по своим марикам, чтобы дэмэдж они наносили. Он атакует дальше. Молодец, Гумику, конечно, здесь бесспорно. Танк один засиджил. Один засиджен до сих пор был. Один танчик здесь остался. Но приходит ответный танк, от, получается. От Кина. Ну, Гумику вынужден с ним поперестреливаться был. Но 21 рабочий уничтожен, 47-30 по рабочим на самом деле. И... Здорово всем, пацаны, кто недавно пришел.
сожалению, какие-то проблемы. Танк на марше! Так, короче, кто-то добавил в какие-то там фильтры в адблоке в каком-то часть каналов Good Game, в том числе и мой, говорили, что у кассы еще на канале проблемы какие-то были, вот. Поэтому говорят, адблок плюс именно как бы в этом виноват. Его надо отключать, чтобы все работало нормально. Пытался гумиху понапрягать, чтобы ничего не вышло. Очередной дропчик от гумича. Марики уже на стиме, кстати говоря, щиты делаются. У оппонента стим только в продакшене еще пока у Кина. Да пофиг, гумичку убивал. Че он боится там мариков смешно вообще? Ну, 157-113 добивать сейчас пойдет у нас гумиху. Похоже, что 2-0. Похоже, Alive против гумиху. Очередное ТВТ. Таким у нас финал будет данного турнира Варди Викли номер 16. Варди сейчас активно стал турики делать. В последнее время буду, конечно же, все их стараться стримить. Ну, когда-то буду занят, я когда-то нет. Завтра, например, на свадьбу я 3 часа дня уйду, поэтому завтра не будет ВЦС стрима, к сожалению. Ну, в субботу постараюсь застримить ВЦС-ку. Ну, там помимо ВЦС еще турнир достаточно много будет. Так, налом пошел, гумиху идет вперед. Да, здесь 4 танка уже засиженные были, но вы видите, насколько много гумиху он продавил, он уничтожил.
Так, ну что, финальчик. Лайв говорит гоу-гоу, ждем финальчика мы. Бо-5, естественно, будет у нас. Спасибо всем еще раз за поддержку, кто поддерживает, ребят. Про это я сегодня и напоминаю. К сожалению, на Гэйплеере проблема уже как второй день из их там фильтров. Хотел рифму сказать, но не буду. Вот. Так, спрыгаю в игру. Чуть пока не начинается. Все, поехали, наконец, старт. Так, ну что же, Бо-5, ребят, у нас до 3 побед, соответственно, здесь все идет. Режим готов.
готов. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Так, все лишнее закрывали, ребят. Сейчас мне надо будет в паузе позвоню жене. Как раз финал. Ну нормально. Нормально. Уже 5 часов. Сейчас думаю. Ну посмотрим, сколько финал пойдет. До 6, я думаю, он точно кончится, поэтому успею за Машей в садик дойти пораньше. Так, ну и лайф, посмотрите, Гумиху играл, газ-барак, Рипера в ЦЦшечку. Во второй газ. В ЦЦшечку, в факту, точнее, во второй газ. Здесь же однобазовые два самых ранних газа у Элайва. Не очень важно сейчас будет понять, что у него получится из этого всего дела. Два рипера и гелик заезжают от Элайва, а от Гумиху два рипера просто залетают. Кстати, здесь циклон есть, чтобы их встретить, а здесь что-нибудь есть на рампе? А ни хрена тут. А, вот тоже циклон вышел только-только. Ну что один, что другой дэмэджа особо не нанесет. Перепроверил, нет ли Гумиху риперов, а они сныканы просто стоят. Кстати, сейчас неожиданный врыв, и парочку-то рабочих можно будет забрать. Ну, когда Гумиху постоянно не к рабочим, а в бух лезет. Зачем сюда он летит, не пойму. Вот сюда бы залетел, он больше бы убил бы, меньше времени дал бы на реакцию, на самом деле, Лайл. И так 4 убил, а так, может, штук 6 бы даже забрать бы смог. Тем более прилетел сюда, раз гранат кинул, одного откинул, фокуснул, там еще гранат кинул, еще откинул и фокуснул там. То есть, ну, на самом деле, может, больше намного и не забрал, но мне кажется, это было бы эффективнее. В итоге у Гумиху лимит побольше, чем у Лайва. 3-4, 25 по рабочему, почти на десятку. В плюсе это благодаря ЦЦшечке более ранее, соответственно, другому билду. Здесь еще до сих пор ЦЦхи нет, вы видите, ребят, только сейчас орбиталка пойдет. То есть в это время, естественно, Гумиху по два рабочих строят, а Элайв-то по одному пока. У Гумиху мулы летят по две штучки вообще. Так, ну репер минус. Хороший такой налом от Элайва. С двумя рейвенами юниты. Куда ты сидишь, танк, Элайв? Не решился идти вперед, так как мне кажется, если бы он танк сейчас отфокуснул. Ведь у него была одна автотурель уже. И еще на одну, вот сейчас у второго рейвена было. Блин, автотурель, танчик фокуснул. Да, здесь марики, конечно, были, плюс КС. Ну, на грани было, согласен. Даже если бы все идеально сделал бы Элайв, на грани бы было. Но в итоге то, что он отступил, ему богом выйдет. Посмотрите, отставание и по экономике, и по боевому лимиту двукратное просто. То есть у Гумиху все просто прекрасно. Элайву еще нагонять и нагонять. Хотя тайминг Стима плюс один вообще практически...
совсем небольшенький. Спасибо, шайба большое. Ну, черные корки, это перебор, конечно. На самом деле, последние месяцы доходы снизились очень сильно, потому что стримлю много, да и зрителей упало количество. Вот. Спасибо, сынки, вас 250, короче, вижу. Шайбец. Ну, да и осетров жалко. Лучше живут великолепные эти ребята. Танк на марше! Вооружен! Трудовым подвигом готово. Кто на новенького? Так. Минус ван какую-то там грамоту пишет про адлог. Я не знаю, ребят, почему, просто кто шарит, объясните, каким образом может быть так, что другие сайты на GoodGamer работают, канал, точнее, а мой нет. То есть получается, какие-то эти фильтры мой канал добавили. Как это вообще, как это произошло? Мне вот интересно это очень. Технологию происходящего, это вот все. Может, это какой-то агрессии там, я не знаю, что это. Автотурели, чуть танк не забрали, сука, третья пошла. Откуда они там все в одной, что ли, как матрешки были выставлены, не знаю. Попытался лайф отбиться, ничего у него не получается пока что. Контрдействий никаких я не наблюдаю от лайва. Да и у Гумич будет все много, контролит, все там контролится. Танчики ближе подводятся. Гумич передропывает мариков сюда ближе. Циклон. Так, пошел замес. Гумич нормально дерется, танк, правда, ему заминусовали. Нужно загрузиться и свалить отсюда как можно быстрее, что Гумихо и делает. Причем он мимо всего пролетает на мейн, просто царский развод получил. Смотрите, Элайв с тыла залетает, тоже дропом прям Гумихо на голову мариком дропится. Но тут-то по очереди все дропаются, Гумихо, медиваки. Нет, это Гумихо, медиваки падали. Но часть он тоже повкусил. Кстати, вот здесь вот дроп. Сначала мне казалось прям, что... Так, в списках не ставь. Чуть сразу не сказал. А, писать сразу. В списках не ставь. С трудовым подвигом готово. То я уже взял и поставил. Давай, удиви меня. Что ж там за секретность-то такая? Короче, ребят... Спасибо всем за поддержку еще раз большое. Пошел лайф вперед сейчас, контратаку. Лимита БО, кстати, больше, чем Гумичо. У Гумича делается 2-2. Такая игра была, кстати говоря, с Гумихо. Он на 1-1 выиграл, кинус 2-2. В итоге у него 2-2 уже доделались, когда Гумихо его растрепал. DJ Life с 1-1 прессует, имея плюс по лимиту по боевому, но и не имея третьей ЦЦхи. Но здесь не так все, как в той игре. Гумихо тоже имеет лимит, и даже неплохой очень. Вполне себе лимит он тут имеет. А как 2-2 доделается, так вообще все хорошо станет. Пошла атака. ГГ, лайф тут быстро все решилось достаточно. Ну, медленно, но верно, Гумихо увел к этой победе. В итоге лайф вынужден был с двух баз выходить и ничего не получилось. Посмотрите, АПМ. 316-317. Один разница вообще.
Короче, так мне в итоге никто и не может объяснить, почему именно вот так вот работает, что на мой канал напряг идет в основном. Перебор какой-то, реально, пацаны. Нахрен это вот так вот. Так, Гувич 1-0. Все, все работает, все отлично. Спасибо всем за поддержку еще раз. Помните, что это важно и нужно. Так, ну что, это вторая карта, пора бы что-нибудь по игре сказать. Путь на Евро у нас карт, между прочим, синий Гумич. В этот раз он играет через два газа Рипера в факту, то есть агрессивный билд с одной базы ЦЦ, вторая будет позже. Элайв же делает то, что делал, то есть поменялись ролями сейчас получается. Получались ролями вообще. То, что делал в прошлый раз Гумич, делает Элайв примерно. А Гумич лайвовская билд делает. Ну, пришел лайв, все увидел здесь, естественно. Второй рипер, что здесь гелик будет или сразу циклон, я не знаю вообще. Так, минус ван, а что именно блокирует? Мне просто опишите, как это блокирует столько видео, звук есть, или вообще полностью блокирует. Что, как это происходит? Это вообще даже хз. Вот. Так, циклон еще Гумиху вперед пошел. Два рипера циклона у Гумича. Второй циклон. Здесь тоже сейчас будет готов. Так, куда повешу-то? Стрим не работает, сообщение никуда повесить не могу. Я написал уже в конфу, говорю, хотя бы какое-нибудь оповещение сделать. Ну, блин, всем насрать, потому что, ну, мой, на моем стриме только проблема, понимаете, как его. Лучше Майкер пришелец, тут может гонять, как бы, легко там, поэтому, что там, запариваться, как его. У остальных тоже все работает. Вот. Ну а что, а как запаришься? Это как бы не со стороны гудгейма идет. При этом всем тоже еще стоит отметить. Вот. Может какое-нибудь оповещение. Ну вот. Сделать, например, как бы общее по сайту. Типа вот. Всем приходил. Так это тоже надо увидеть. Тыкнуть наверх туда, что оповещалка пришла. То есть по-другому никак. Чтоб видно его, прям вообще видно было бы. Ну, понемногу, чуть разберутся, разберемся, как бы. Может быть, жалобу хоть там, не знаю. Какую жалобу, не знаю. Так, что-то тут Элайв жестко напрягает Гумича-то, ё-моё. А, это Гумиху Элайва напрягает, я извиняюсь. Смотрю, синий Гумиху. В это время Элайв еще там контратакует.
Рипер летает, пытается забрать рабочих. Сел, улетел, что ж творится-то? Мула там раскинул сейчас. Все-таки минуснул гумич Рипера. Ну, походил, понапрягал. Гумиху рабочих 6, между прочим, сейчас забрал Лайву. Смотрите, потери совсем неравные. Да, ничего не происходит, темный экран звука нет, это полная печаль. Ну а как ты представляешь, к вам мне сообщение писать? В описании канала, ну а смысл в этом, то есть, как бы, люди туда вообще редко смотрят. То есть, в этом и проблема вся, что пока разобрали, что отлог, это уже там день было, непонятно было почему, потом вот сейчас разобрали, что это отлог уже, как бы, вот. А люди в описание да даже особо не заходят. Поэтому хер знает, как даже что там это делать вообще. Ладно, я думаю, понемножечку. Вообще, и просто если кто шарит, как это делается, пишите там в отблок в этот, ну, в который именно верс, там же разные отблоки, что вот они левую тему делают вообще. А, ну да, в название стрима можно добавить. Ну тогда не будет названия турнира, а будет уже. Ну сегодня уже поздно, а в преследующих стримах, короче говоря, так буду делать вообще. Да, так и есть, пока с рекламой встроили в плеер. Ты прав, тут абсолютно об этом речь была. Вот. Об этом речь была, да. Наверное, поэтому... Так, и лайв гумиху прикурил. Так, в это время 20 клон напрягает. Дропчик от гумиху происходит. Нужно загрузить мариков на мейн. Полететь сейчас резко. Два циклона все еще живы. Куда они полетели? Почему улетел-то гумику? Не понимаю. Лайф к нему пришел на халяву. Видно же, что ничего не было там вообще. Юр написал отлог. Спасибо тебе большое, минус ван. Надеюсь, какой-то толк от этого будет. На название стрима, да, вот хорошую. Но в следующий раз название стрима пишу, что черный экран, отключай отблок, товарищ. Видишь, просто есть люди такие, как бы, которые, ну, типа там, причем, ну, вот и так, как бы, они никак не поддерживают, и, ну, типа... Чё, тебя там отлог отключать должен, и т.д. и т.д. как бы. Но нужно еще сообразить, и большинство, я уверен, как бы им не впадло будет это все сделать. Ты лайф тут викингами-то напрягает сильно гумиху. У гумиху щиты не готовы, викинги-медиваки тут на халяву сбивают просто. 137-137 по лимиту. Ну, газ убил и лайф. Дальше ничего не сделал. Тут до минералов не достает, и слава богу вообще. Дентру. Ну... То, что у пришельцев тоже проблемы. Меня это совсем не радует. Лучше бы их не было ни у кого. Вот. Так.
130-117. Здесь Гумико разгромил группу, которая его там напрягала. На второй базе газ минуснуло тогда. Но сбоку-то еще Элай запустите. Пошла атака. Элай его как-то меньше. Гумико ломится вперед. Сломал все танки. Сломал все вообще. Медивак один забрал. Причем вручную фокуснул. Опять 2-2 грейда раньше. Все раньше вообще. Так, в районе Ксилнаги Гумико все еще гуляет. Здесь видит, что Элайф тут рядом оставил Марика одного типа посмотреть. Думал, но потом забрал его тоже. Нахрен терять Марика на халяву. Все равно убьет Элайф его через несколько секунд. Буквально так бы и случилось бы. Потери в итоге Гумико не понес. Отступил назад. Давайте продакшн посмотрим. Пока что 3 барака работают. Плюс 2 добавляется. А у Элайфа... У него 5 бараков уже работает. То есть... У Мариком продакшн, в принципе, опережает. В этот раз и 3 ССХ есть, хоть и более позднего лайва. Есть либераторы, чтобы с танчиками бороться, естественно, позицию занимать нормально. 2 циклона с самого начала игры, по-моему, по 6. А нет, 1.6 у этого демеджа, но 6 юнитов убит, ничего себе. Викинги не дадут либераторам разложиться под танки. Блин, как сейчас ТВТ, конечно, и викинги, и либераторы, и воздух, и земля, все это там комбинируется жестко очень. Вот у нас один либератор на мейн пытается полететь. Гумич вывел сюда Мариков и Циклона, поэтому никуда он не долетит. Просто минус либератор. Хорошая работа, хорошее позиционирование. Насколько, да, Гумику бросали. Видел, либератор в бок полетел. Сразу понял, что через шифт он как раз сюда будет залетать. И позицию идеально занял вообще юнитами своими. Так, один циклончик поехал куда? К третьей базе он поехал. Ну и, кстати... И викинга туда 2 полетело. Синхронно они пришли, может было много развалить. Ну, циклон только, может, рабочего там одного убьет и... Оп, хорошая работа опять от Гумику. Смотрите, как викинга позиционирует. Одного рабочего, может, убьет, остальные уедут просто. Заставят покататься немножко. Элайф 5 медивахами пытался залететь Гумику. Ну а Гумико решил, что он должен залететь, ну и Лайф как же вовремя просканил, идет вперед, пошел замес, Марики с КСМ-ками спускаются, но мейн уже как-то будет не развалить вообще, похоже. Смотрите, Гумико-то выдержал, а здесь 6 медивак, почему не развалить, все развалить будет Гумико, 6 медиваков залетает и... Я так понимаю, что для Элайва это точка в этой игре, 170 на 130, здесь слишком много продаж, здесь весь продакшн сконцентрирован, надо Мариков простимить, пусть быстрее убивают, все, Гумико так долго думает, дропчик от Элайва на мейн Гумичу, стим-то врубить, что ж ты Гумико, блин, быстрее намного все уничтожено будет, викинги возвращают, снизу танк сидится, викингу, блин, забирает Марики нижние получается. Заходит Гумико отбиваться и отбился, а здесь все упало, 150 на 90, 2-0 Гумико, ребят. Ну да, не, ну зрители разные заходят, но в основном да, на такие вот турниры не супер... Типа крупная, одна и та же аудитория, все это игроки в основном, как бы. В итоге вот такие вот дела. 2-0 Гумич, ребят, повел. Сейчас позвоню-ка я жене своей, подождите.
Так, все, есть Гумиху, пока нет. Так, ну что же, Гумич 2.0, Каталена, карта у нас. Вопрос в том, сможет ли Лайф взять хоть одну карту сейчас или нет. Посмотрим, пельнущая рекламация. Спасибо всем за поддержку еще раз, пацаны. Так, ну что же. Гумич играет Газбара, Крипер в ЦЦху, соответственно. Факту более поздно. iLife играет опять факту первую на мейне. Ну, похоже на предыдущую игру. Посмотрим, что в итоге факта принесет вообще. Так, ну что же. Постреляли тут репера по чуть-чуть. Циклончик готов у Лайва, он выдвигается вперед. За циклоном Гелион. Для чего Гелион? Да потому что он быстрее, чем циклон строится, ездит быстрее. То есть он гораздо быстрее сможет сюда приехать и помочь атаковать юнитам Лайвовским. Как-то так. Каталена старая карта, да. Но она не воловская. Она охотцевская, да. Все верно. Так, спускаются два репера. Здесь мула минусует репера. Ну, что-то провалилось здесь. А так, по-моему, у Лайва, причем наглухо. Вообще она провалилась, я бы сказал. То есть он убил мула. Мул, конечно, да, он много ресурсов приносит, но Лайв теряет все просто. Просто все теряет.
43-31 в пользу Гуми по пулемету. Напрашивается тут, по-моему, 3-0 очень сильно напрашивается счет. Банша полетела первой вперед цены. Вот все будет зависеть от банши. Если Гумичка антрит баншу, все хорошо. Если нет, ну у него инженерка уже сейчас уже. Туретка первая будет заказана, минеральная линия. Два циклона плюс два рипера вперед выдвигаются. Риперы уже на мейне. Можно и гранаты покидать было бы. Так, Блэк, Петрич, спасибо. Так, здесь циклон выехал, циклон ничего не сделает. Банша залетает, здесь туретка. Два циклона и пять мариков на втором. Оо, здесь даже ЦЦ по Гумику не даст построить. Какая дичь. Туретка достроилась, на второй тоже заказано в итоге. Танчик выехал. А, нет, циклон выехал. Захватывает Баншу Гумич. Будет скан еще? Не, не будет. Ну, Банша ушла. В итоге, конечно, ну, толку мало. Здесь Банша получается рестрикстики напрягать. ЦЦшечка минус. ДГ пишет Элайф. 3-0 Гумич, ребята. Изи катка, что называется. На изичах просто. Так. Делаю стоп-старт с нулевой задержкой, возвращаюсь. Сейчас я запись поставлю. Пойду за ребенком, короче, а потом приду и компанию буду проходить.